Добрый день, мои хорошие! Так же, как и многие блогеры, я получила на обзор продукцию фирмы Василек. Нет, не это. Вот этот мешок мне пришел от фирмы Василек. Вот эта упаковка. Вот, упакована и опечатана. Открываем. Смотрим, как Василек упаковывает свой товар. О, в огромном белом мешке есть еще мешок из целлофана. Вот такой большой. Значит, пока идет до вас посылка, ничего не испортится, не испачкается и не промокнет. Я не буду, как все остальные блогеры, доставать из мешка и показывать, что мне прислал Василек. Сначала я все это достану, приведу в порядок, а потом будет традиционный показ с шутками и юмором. Распаковали товар кое-какой, а сейчас... Та-дам! Та-да-да-та-та-та! Вот такие мужские трусики. Труселя, я бы сказала. Мы заказали Борису Сергеевичу. Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. Ребята, сначала труселя, а девушки потом. Посмотрите, какая красота. Боба скажет, что я тебя нарочно раздела. Класс! Во, как они тебе? Ощущения непередаваемые. Еще пришли мужские трусики. Тоже заказывал Борис, ребята. Вот, представляете, с сердечками. Любовь, лямур, бунжур, тужур. Вот еще заказали вот такие женские трусики. Очень, ребята, приятные на ощупь. Это из бамбука. Ну вот и наступило время показа продукции компании «Василек». Первым на ваш суд мы показываем платье бязевое, хлопок 100%. Маме оно очень понравилось. Мама не выдержала и тут же надела это платье и пошла в грядках заниматься. Мамочка, тебе не холодно в этом платье? Нет. О, мама дорогая, компания «Василек» – волшебники. Вы посмотрите, что делается. В этом платье вы станете неузнаваемы, молоды и прекрасны. Боже мой! Оп! Платьице хлопковое. Имеет 3 пуговицы впереди, застежка на планку, круглый воротник, короткий рукав, но он до локтя. 2 кармана имеются с правой и с левой стороны. Позади есть пояс, который регулируется по талии. Я думаю, это платье понравится не только вашим бабушкам, но и вашим мамам. Мы всегда думаем, что лучше надеть их в какие-нибудь костюмы, но поверьте, ваши мамы, бабушки, особенно те, кто живут в сельской местности, обрадуются именно такому платью, потому что это платье их молодости. Цена этого платья всего лишь 308 рублей. А цена косыночки 26 рублей. Ребята, это сущие копейки. Я не зря сказала, что мы действительно дарим какие-то подарки, как нам кажется, очень ценные подарки. А на самом деле, особенно люди, которые живут в сельской местности, или вот так, как мы приезжаем на дачу, люди старшего поколения любят именно такие платья. Это платье их молодости. И этот подарок они уже не уберут в дальний ящик своего комода, чтобы оставить для вас. Для вас. Нет, они будут носить ваш подарок и радоваться. Вторым платьем к показу предлагается платье из ткани фланель. Платье имеет длинный вшивной рукав,
приятные складочки, круглый воротник и так же, как и первое платьице, застегивается на три пуговки. Дальше идет шов по центру изделия. У платья есть два кармана. Со стороны спинки у платья есть тоже пояс, который регулируется по талии. В этом платье ваша мама, бабушка, тетя или знакомая прекрасно себя будет чувствовать после посещения бани, душа или сауны. Это платье стоит всего лишь 378 рублей. Не пожалейте, купите такое платье для своих родственников и знакомых старшего поколения. А теперь третья модель, тоже для старшего поколения. Халат из бязи. Халат из бязи очень удобен, он дышащий, он не сковывает движения. И он очень понравится вашим родителям. В нем не жарко и не холодно, потому что ткань бязь дышит. Мама! Мама! Тебе не холодно? О! Пуговицы только с другой стороны. Какой пердемонокль, ребята! Вы посмотрите, что делается! Веселенько. Ребята, я такого не ожидал. Продукция компании «Василек» не только делает вас моложе, она еще и меняет пол без дополнительных затрат. Купили платье, и вот, пожалуйста. Халат из бязи. Ну, наша модель застегнула, завязала поясочек неверно. Халат из бязи застегивается впереди на пуговке. Имеет короткий рукав, короче, чем платье. Имеет два кармана, очень удобные карманы, круглый воротник. И, конечно же, оно должно завязываться сзади, чтобы регулировать талию. Замечательное платье. Спасибо большое. Прошу прощения, сегодня моя мама к показу не готова. Должна была все показывать она, но что-то не сложилось. Я показала вам три модели одежды для людей старшего поколения. Это будет прекрасный, прекрасный подарок для ваших родных и близких. Три платья, всего три платья. Стоит халат 280 рублей. Не надо дарить дорогие подарки. Дарите те подарки, которые от вас ждут ваши родные и близкие. Тем более ваши близкие старшего поколения. На обзор предлагается вам костюм. Костюм из вискозной ткани. Посмотрите, какая красота. Модель Елена. Застыла, Лена, двигаться можно. Можно не стесняться. Посмотрите, как аккуратно и красиво костюм сидит на Леночке. У этого костюма имеются брюки на резинке. Брюки длинные, отделаны блестящим люрексом, лампасы. У кофточки есть карманы. Лен, удобные карманы? Да. Удобные. Широкий пояс, прекрасная молния. Вот с такими кристаллами Сваровски. Также на плечах есть отделка люрексом. Очень красивый костюм из вискозы. Леночке очень идет. Цена этого костюма всего лишь 600 рублей. Но посмотрите, какая красота. В этом костюме можно выйти вечером прогуляться, можно одеть в прохладную погоду. Красивый, изящный и необыкновенно стильный костюм. Вашему вниманию предоставляется сарафан. Сарафан из хлопка. Ткань в полоску. Сарафан свободного покроя. На плечиках бантики. Вырез уголочка. Два больших кармана. Очень удобно. По бокам разрез. Фасон этого платья скрывает все недостатки вашей фигуры. Оп! И у моей фигуры уже нет недостатков.
волшебница фирма Василек. Но это платье не только скрывает недостатки, оно подчеркивает достоинство. Мое достоинство – это маленький размер ноги. Фирма Василек способна не только изменить ваш внешний образ, но и внешний образ вашего дома. В ассортименте очень много покрывал, плюш, велюр разных размеров. Цена покрывала 876 рублей. Разнообразные рисунки и расцветки покрывал радуют глаз. Под любой интерьер можно подобрать свое покрывало. Большой ассортимент подушек у фирмы. Я заказала подушку 70 на 50. Для меня это самый оптимальный вариант. Эта подушка – гусиный пух. Эта подушка – магия бамбука. Для любых подушек у фирмы «Василек» есть наволочки разных размеров и расцветок. Наволочки и подушки соответствуют размеру. И даже вот здесь есть запас на усадку. Как жалко, что фирма не гарантирует расцветку. Я не ожидала, что мне придет вот такая наволочка. Конечно, я сначала расстроилась, а потом пригляделась, посмотрела и увидела, что эта наволочка расцветкой похожа на шерсть. Как будто вы лежите на мягкой-мягкой шерсти вашей собаки. Мой ласковый и нежный зверь. Подушка из бамбука стоит 519 рублей. Подушка из лебяжьего пуха стоит 1160. Наволочки по цене 172 рубля. Также у фирмы «Василек» мною было заказано несколько полотенец, целый набор полотенца «Рогожка» по дням недели: понедельник, вторник, среда и четверг. Пятница, суббота, воскресенье. Пицца! И еще были заказаны также по дням недели вафельные полотенца. Вафельные полотенца продаются набором 8 штук. Цена 150 рублей. Набор полотенчиков для кухни «Рогожка» состоит из 8 штук. И цена 250 рублей. Компания «Василек» может не только преобразить наш внешний вид, нас самих, не только наши комнаты, спальни, но также ванную, душ и кухню. Вафельное полотенце цвета изящный, подходит к цвету кухни. У компании «Василек» разнообразный ассортимент разных полотенец. И еще я очень люблю вот такие салфеточки. Они хлопковые, поэтому ими очень удобно вытереть со стола, промокнуть что-то разлившееся на столе, да и просто вытирать руки. Это махровая салфеточка размером 30 на 30 сантиметров. И цена ее 30 рублей. Не надо подшивать, не надо заморачиваться. Вот готовая салфеточка и стоит всего лишь 30 рублей. Это полотенце называется «Элегант». И стоит оно тоже всего лишь 30 рублей. Еще у компании «Василек» я заказала маски. Вот такие. Прикольные. Женские, мужские. Разные-разные. В клеточку, в полосочку. И даже вот такая трикотажная маска. Будь здоров, цену не назову. К сожалению, цены в накладной не обнаружилось. Хотела добавить. Надежность доставки, высокое качество упаковки, большой ассортимент, разнообразие цветов и размеров на любой вкус, даже на самого требовательного покупателя, делает компанию «Василек» нашим
первым помощником по жизни. Компания «Василек» очень уверенно входит в нашу жизнь. Так давайте же поддержим нашего производителя. Ссылочку на интернет-магазин компании «Василек» я оставлю под видео.